Испания во власти снежной стихии. На королевство обрушились мощные снегопады. Из-за непогоды на дорогах оказались заблокированными тысячи автомобилей. Наиболее сложная ситуация сложилась на трассах, соединяющих Мадрид с северо-западом страны. В некоторых районах Испании объявлен красный уровень тревоги. Службы спасения пытаются расчистить автострады. К ликвидации последствий снегопада также подключены сотни военных. Местные власти призывают жителей не пользоваться автомобилями без необходимости. Однако в Европе завершаются рождественские праздники, и многим жителям необходимо вернуться домой.